Всем привет, зрители, гости, подписчики, пасу лошадей. И вот зацвел тимьян, по-другому его еще называют чабрец. И еще есть одно название — богородская трава. Так вот он выглядит. Вот такими кустиками растет. Есть несколько разновидностей, но весь он очень полезен. Его собирают вот сейчас в это время года, когда он цветет, середина июня. И подсушивают и хранят, допустим, в какой-то герметично закрытой таре. Например, банка стеклянная, крышкой закрыта. И получается, заваривают чай или добавляют в чай в виде заварки. Снимает головную боль, еще что-то. Ну, в общем, полезен. Вот он здесь такими кустиками растет. Я уже его насобирал. Вообще большинство трав собирают вот сейчас, вот в это время года, когда они цветут, середина июня. В общем, ситуация у меня опять в хозяйстве. Жеребчик Париж был подбит, кто-то его пнул в левую лопатку, и он, в общем, теперь на ногу не наступает. Не знаю теперь, что будет с ним, будем что-то делать. Ну, конечно, само собой, первым делом его поставим домой, будет стоять дома, чтобы он как можно меньше двигался. Может, просто ушиб, а есть вероятность, что что-то там посерьезней. Эта вот трава называется зобник клубеносный. Тоже вроде бы как полезная. Тоже заваривают. Вот еще кустик чабреца. Между прочим, может хорошо сэкономить статью расходов на чай в бюджете, скажем так. Вон он там идет, отстает. Париж вдалеке. Вообще очень много трав полезных, которые нужно собирать. Конечно, все они по-разному приготавливаются. Есть тоже такая хорошая трава — иван-чай.
его собирают. Там есть определенная процедура перед тем, как его приготавливают. Кто у нас тут спит крепким сном? Где трактор проехал, какая стоит пылище. Дождя у нас так и нету. Вроде передают на неделе небольшой дождик. Разбудил. Это Миланка свою мамку потеряла. С возрастом, примерно через неделю, через две недели после того, как жеребенок родился, кобыла уже не заботится о нем так сильно, как в первые дни. И чем старше он становится, тем жеребенок как бы так становится более самостоятельный. Марат едет. Марат, он не знает, что жеребенка не надо трогать. Получается, подгоняет их сюда. Я не хотел, чтобы кобыла ходила в табуне. Он будет... Вообще там капец. Сильно прям хромает. Он взял сюда, их пригнал. Придется сегодня в обед табун загонять. И... в конюшню кобылу с жеребенком. Он еще маленький, ему 1,5 месяца, может даже месяц только.